95 школьников муниципалитета отправились в лагерь «Алмаз» в Русском округе. Вторая смена посвящена кинопроизводству и называется «Лагерь в объективе». За 21 день ребята смогут погрузиться в удивительную атмосферу мира кино, попробовать себя в роли режиссеров, сценаристов и так далее. Кроме того, их ждут развлечения и спортивные соревнования, без которых невозможно представить каникулы в лагере.